герой Советского Союза Маметова Маншукжиенгалиевна, 16 октября 1943 года батальон, в котором служила Маншук, отражал контратаку врага. Едва фашисты попытались провести атаку, как заработал пулемет старшего сержанта Маметовой, гитлеровцы откатились назад. Несколько яростных атак гитлеровцев уже захлебнулось у подножия холма. Вдруг девушка заметила, что два соседних пулемета замолчали, пулеметчики были убиты. Тогда Маншук, быстро переползая от одной огневой точки к другой, начала обстреливать наседающих врагов из трех пулеметов. Она продолжала бой даже после того, как получила тяжелое ранение в голову осколком разорвавшейся рядом мины. Более 70 фашистов уничтожила отважная девушка в том бою. Когда подоспело подкрепление, солдаты нашли Маншук около пулемета, она умерла от потери крови, а ее пальцы мертвой хваткой вцепились в гашетку пулемета.